Любите ли вы Кеннеди так же, как его люблю я? Сегодня у нас на обзоре клон монолита Кеннеди 24 и мехмода. Руби, погнали! Спасибо ребятам из Consult Vape Group за предоставленный образец на обзор. Ссылочки в описании. Коробка прозрачная. Внутри нас встречает сам монолит, стеклянный топ-кэп и допы для дрипки. Начнем сверху, а если быть точнее, с Кеннеди. Это очень вкусная и навалистая дрипка. Диаметром 24 мм, с нижним обдувом, двумя минусовыми стойками и одной медной, не сдвоенной. Классика. Изолятор круглый. Что меня смущает, ведь при прокручивании центральной стойки вы уже ничего не сможете сделать и придется покупать полностью новый мод. На данный девайс у меня на тесте уже около недели и пока что все окей. Винты крестовые с разным крестовым сечением и комплектная отвертка не подходит к плюсовой стойке. Но это не страшно, ведь у вас по-любому найдется подходящее. Родной топ-кэп медный, с гравировкой Кеннеди и нестандартным посадочным отверстием под дриптип. Ваш любимый 510 сюда не подойдет. Держится топ-кэп на двух классных орингах, которые не сопливит и при этом позволяют комфортно снимать юбку. Между орингами нас встречает красивая надпись «Руби». Ванночка глубокая, так что все окей. Снизу нас встречает мод диаметром 24 мм, с отсеком под один аккумулятор 18650. Стенки толстые и добротные. Кнопка на пружине легко разбирается и чистится. Но мне не нравится ее ход. Когда сюда вставлен аккумулятор и как бы кнопка закручена до конца, хода почти нет. То есть как будто сенсорную клавишу нажимаешь. Ну, нет. Плюс она утоплена, то есть сама в кармане не нажмется, но и самому нажимать не шибко комфортно. Именно на моем образце, ребята, у меня клон. И именно на моем образце такая фигня. Ну что же, итог. Не понравилась мне тут разве только кнопка, ну и круглый изолятор. Но будем верить в лучшее. Надеюсь, все будет окей. А так отличный девайс, классно жарит, не перегревается, суперская вкусопередача и отличнейший навал. А самое главное, это вкуснейшая цена. Consult Vape Group, которые, собственно говоря, и дали мне его на обзор, данное чудо стоит всего 1500 рублей. Зайдите и посмотрите сами. Ну что же, а на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, оставлять ваши комментарии, вступать в паблик Вейп Бункер ВКонтакте. Всем пока!